Планета Земля – удивительное место, наполненное множеством необычных явлений природы. Некоторые из них легко объяснить с научной точки зрения, другие ставят ученых в тупик. Добро пожаловать на канал TM Channel. В этом выпуске вы увидите редкие и уникальные явления природы. Движущиеся камни, США. Камни находятся в долине смерти, в национальном парке в США. Разбросанные на огромной территории валуны имеют свойство перемещаться, оставляя на песке борозды, следы своего передвижения. Для объяснения этого феномена выдвигалось множество теорий. От магнитных полей и песчаных торнадо до вмешательства каких-нибудь шутников или даже инопланетян. В 2014 году ученым удалось выяснить механизм движения камней. Причиной движения стали большие, но тонкие участки льда, образующиеся после замерзания в морозные ночи. Этот плавающий лед, увлекаемый ветром и подледным течением, перемещал камни со скоростью до 5 метров в минуту. Когда становится тепло, лед тает, вода испаряется, и на земле остаются только булыжники и их загадочные следы. Озеро Хиллиер, Австралия. Хиллиер – самое необычное озеро в Австралии и, возможно, самое удивительное в мире. Его главной особенностью является розовый цвет воды. Озеро расположено на юго-западе Австралии, на острове Средний, одном из 105 мелких островов, входящих в состав архипелага исследования. По краям розовое озеро окружено песком и эвкалиптовым лесом. Цвет воды озера является постоянным и не изменяется при отборе воды в отдельную емкость. Предполагалось, что причина розового цвета заключается в сочетании определенной солености воды и специфических микроорганизмов. Но тесты не подтвердили данных предположений. В 2016 году были проведены новые исследования. Они показали, что розовый оттенок в воде придает присутствие водорослей Дуналиэлла и некоторых других видов микроорганизмов. Ледяное цунами. Ледяное цунами – одно из самых редких явлений природы, с которым сталкиваются жители прибрежных регионов. Это природное явление можно наблюдать в умеренных и арктических широтах. Причиной ледяного цунами является сильный ветер и резкое повышение температуры. Сильные порывы ветра сгоняют скопление льдин к берегу и принуждают ледяные сугробы выйти на сушу. Как рассказывают очевидцы, это явление всегда сопровождается скрежетом и грохотом. В 2019 году ураганный ветер поднял и выгнал на берег лед с реки Ниагара, а также озер Эри и Онтарио. В некоторых районах высота завалов из глыб достигала 10 метров. На нашей планете существует еще очень много уникальных явлений природы, которые точно вас удивят. На этом пока все, друзья. Надеюсь, вам понравилось. До скорого!